резко. Значит, ну, давай пару раз. Точно было 5-6. Давай пару раз. Сейчас давнем. Что? Что, не идет? Зацепился? Зачем? Или вес такой нет? Ну-ка, давай-ка. Еще один. Немножко посмелее. А, ты уже его до конца у тебя? До конца? Что, что-то... Кому-то как будто зацепил что-то. Как в тот раз у нас это было. А, сейчас. А ну-ка, это все равно. Ну, повыше? Да, ну, повыше, да. Повыше. Как она должна? Так. Ну, вроде там не касается, да, как дотерлась. Давай. Вот. Что? Я неправильно его перевернул. Получается вот эта сторона у меня. Давай, встал. Как положено. Вот это будет оно. Так. Вот так. Натянул спинку, все. Вот. Вот. Да? Вот. Вот это оно. Ну. И... А там раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, а тут пять. Все. Ну и пошел. О, отлично. Ну и пошло сразу. Все, стоять. Стоять, стоять. Будешь по моей команде делать. Стоять, стоять, стоять. Так, ну давай. Ножками. Отлично. Чуточку посмелее. Так. Подойди сюда, чуть поближе, чуть поближе. Подошел. Чуть поближе. Еще чуть-чуть. Еще чуть поближе. Еще чуть поближе. Вот она. Вот так. Еще не слазит. Я тебя натяну, я тебя натяну. И туда это самое. Вот так, да? Оп, так, подожди, подсел. Подсел больше. Вот так. Туда немножечко, да, вот так. О! Ага. Ну-ка, сюда даем. Отлично. Еще разочек. Отлично, нормально давится, все? Да. Все, удобно, да? Ну и погнали теперь. Еще посмелее немножечко. О, хорошо. Стоим так. Давай. Нормально, ничего не слезло. Да. Ножками. Отлично. Не тяжело? То уже нормально. Это сколько у нас тут? Да, поднимай, потом посчитаем. Сейчас. Давай. Чуть-чуть. Я держу. Давай сюда ножками так плавненько. Отлично. Еще разочек. Отлично. О, хорошо. Слазит. Вот это я вперед чуть-чуть стал, да, и он... Ну давай назад чуть встань. На чуть-чуть. Вот так. Давай, чуточек назад встал. И он тогда чуть будет... подсел. Вот так. О, готов. Вот. Держи здесь его. Все, никуда. Здесь. Никуда, никуда, никуда. Ничего не делай. Медленно, плавно, ножками. Хорошо? Чувствуется? Ну, давай да. Еще. Что, тяжело? Хорошо. Хорошо, ну давай еще разочек. Отлично. Сейчас я тебе помогу. Там еще подвесить. Ну, встань, можешь. Или оставь. Сейчас, чуть-чуть. Отдохни. Да. Ноги горят. Отдохни. Прямо горят. Отдохни. Хорошо. 180, 260, 340, 420. 420 ты поднял. И сейчас 460 поставили. А, вот, то есть это уже, я же чувствую, больше пошло прям. 460. Прямо камеры. Черный мотор, да? Давай.
А и можно это вот так вот. А вот так лучше. Да. Ну давай, медленно, плавно пробуем. Медленно, плавно, не торопись. Веса большие, тут уже все. Медленно, плавненько. Пошел, 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 пошел. Отлично, отлично, хватит. Хватит. Хорошо. Ну что, еще подбавим? Так, а можно я без тапочек? Можно. Скользят. Чуть-чуть скользили ноги. Может тебе эти, оденешь валенки? Да вот так вот, я сцепление чувствую хорошо. Если там все разнято. Ну давай попробуй еще, сам. Ножками давишь, ножками. Ножками так. Отлично! О, сцепление появилось. Появилось сцепление. Просто папка. Вот, хорошо. И сейчас на этом весе мы и закончим. Так, подожди-ка, подожди-ка. Подожди-ка, ну-ка, давай-ка. Медленно, плавно. Отлично. О, хорош. Хорошо. Потому что просто я там вытер все. Угу. Сделай так, как тебе нравится. Все нормально, ничего не делай, никак. Все. Ты почувствовал, как, куда давить надо, все, да? И вот ножками. Прямо на поясничку. Да, на поясничку и туда давишь ее. Ну давай. Несколько разков в охоточку так это. Давай не в охотку. Отлично. 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 Ой. Хорошо. Ну что скажешь? Великолепно. Можешь туда сказать. Великолепно. Ага, ну отлично. Пока чувствую легкость, гармонию. Ну что, пришел тебе? Ну, сейчас подвину, заканчиваю, буду потом. Сейчас же принесем эту лавку. Не, Геннадий Петрович, я за что говорю? Пока стоит вот это, попробовать, насколько я становлюсь, что у меня там изменилось, можно ли как-то. Я пробовал. Два дня. Ну, да, и дня режим. Джим. Необходим джим. Еще ко мне, еще ко мне. Еще ко мне, а туда. Еще ко все стал, ноги пошире, как максимально широко стал. Насколько ты можешь. Ну давай, приседай. Сгинай ноги в коленях. Видишь, видишь ты, как это самое, сгинай. Надо, посмотрите, улучшилось что-то, можно, нет? Ну, улучшилось, улучшилось-то. Надо тогда еще ко мне, ко мне иди. Палочку эту пододвинь к себе, вот, за которую руками держишь. О, вот так вот, вот так вот. Да, еще подсядь, подсядь. Так, давай, натягивай. А килограмм сколько? Натягивай. Да, да, то ерунда. Слаживай, да? Еще, еще наклонись. И подсядь чуточек, чуточек подсядь. А! Так, ноги поставь. О, чувствую, что толкаю. Ноги поставь ровненько. Пока так. Пока так. Ну давай, потихонечку, потихонечку, потихонечку упирайся ногами, упирайся ногами. Так, 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 так. Юра, сними, пожалуйста, это самое. Один блин, потом второй блин. И что-то это скользит. Я кто скользит? Что скользит? Давай, так. Пошел первый! Подожди, подожди. Да, да, ну что. Так, еще блин снимай. Надо еще блин снимать. Тяжело или что? Скользит. Устали руки. Сейчас еще толкаю. Сейчас, подожди. Да надо, блин, еще было снять. Все. Все, я встаю. Руки устали. Руки устали. Сюда пояс снимайте. Ну что, не дрочить. Руки устали. Стой, 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 потихонечку. Вот это вот еще ускальзывает. Ну ничего, ее надо вот так вот ставить. Да, понял. Ну что? Я-то подхожу. Ладно. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Ладно. Мы с него начали. Пускай он начинает делать. А, тут вот все, перестановка целая.
Все. А лапу что ли нести или что надо? Ничего не надо нести. Ну что? Я буду снимать. Еще? Нормально? Конечно. Предлагайте еще раз. Да, потому что надо оставаться вместе было начать. Что ты чувствовал? Вот тут. Что ты чувствовал? Сейчас. Да, вот в этом. Ну, чувствовал, что думаю, могу толкнуть. Это знакомое. Я это самое. А я что? Что могу толкнуть, все, или пояс лег, ноги потянули. Да? Это все завибрировало внутри. Шире. Максимально шире. Стань максимально шире. Хотя бы так, да, встал, так, нормально. Не видим. Теперь наклоняешься. Наклоняешься. Как мудрецы сидели, сидели. Наклоняешься. Сейчас. Наклоняешься. Так, задницу ко мне. Вот наклоняйся, задницу ко мне. Ножки сгибаешь, насколько сможешь. Вперед надо вот эту вот штуку, палку вперед, потому что у тебя не все подвину, еще чуть-чуть натянуть. Так, это еще постану. Подсел. Сейчас ногами мочу назад. Подсел. Так. О! Есть! Да, давай! Задницу камку. Еще хочешь натянуть? Дальше, садимся. Да давай, ты наклонись туда головой. Во, так. Давай ногами, потихонечку ногами дави. Дави. Опа! Отлично, пошел. Еще разочек. Отлично. Опа! Давай. Ну, сейчас дело пойдет. Давай. Все. Хорошо. Хорошо. Процесс пошел. Да. Хорошо. Что ты там чувствуешь? Сейчас пульсация нога. Так, ну что, лавочку? Да. Не зря я вчера тренировался на диване и на зеркало смотрел. Есть у меня там такая возможность. И тени. Садись, ложись. Соблюдай дня режим. Джим. Знает спорт, необходим. Джим. Даже опыт не пират. Схватки с ним не рад. Потому что пьет пират. Джин. Так, ну отдохни. Отдохни. Хорошо, отлично. Давай, раза два. Отлично. Сейчас чуть-чуть ниже попробуем поднять. Так. Сколько тут? 100. Вот. А мы до 70 доходили. А сейчас сколько? 110. Тебе задёр не звонил? Блин, что-то так написал. А то он хочет приехать, я же ему рассказал за это. Он говорит, надо приехать. Надо приехать у вас посмотреть. А это, ну, пускай приезжает. Владимир Георгиевич. Я жену молодую бери. Thank you.
когда в крат опираешься. Давай-ка. Давай, опирайся, опирайся, опирайся. Отлично. Соблюдай, блядь. Сейчас. Тут не так, блины, послажу. Ну-ка, ну-ка. Хорошо. Отдыхай. И сейчас последний подходик. Да и будет, и хватит. Сколько будет? 140. Да. Пожалуй, на этом упражнении сегодня хватит. Хорошо, еще разочек продавись. Отлично. Отдохни. Закрепите. Отдохни, отдохни. Походку сколько ты сделаешь? Вот сейчас у меня вот в позвоночнике, ну вот этот вот, где пояс был, вот сейчас тепло такое. Угу. Лежу. Ну-ка, вот оно. Посмотрю. Гипертонус. Вот смотри, вот чувствуешь где? Вот этим шипом дома вот тут разминаешь вот эти зоны. Вот так прямо сидишь и разминаешь. А я их просто поглаживаю. Надо проминать. Поглаживаю. У тебя гипертонус, поглаживанием это как... Это руки как-то ставят. Ну, я понял. Потом и вот эти зоны. У тебя... Прости, Господи, вот он, да? Вот. Вот. Ясно? Раз, два, три, четыре. Ну, ты ездишь еще? И у тебя быстрее все пойдет. Езжу. Намного. Ездишь? Забирать. Да давай, поехали. Там вода так же, 28. Что? Вода 28. Конечно. Не так, у тебя пошел, парень пошел, а вода тоже больше охлаждается. Вот, хорошо. Отлично. Еще пару раз и хорошо. Да, хорошо. Вот так-то, молодец. Все, отдыхаю. Это сколько было? Это было, по-моему, 110. 110. 110 ты подавил хорошенько. Ну, уже на два раза больше. То 103 делал. Ой, 3 делал. На 110, а теперь 5. Так что вот это ты начал делать упражнение, сейчас она потихонечку тебя это... Там. Развернет. Да. Скамейку утаскиваем. А у тебя сколько лет назад это получилось? Может быть, лежа мы начнем или обязательно? Нет, он еще не закончил. А. Мы его. А? Что? Ну, началось проблема. А, началось проблема где-то с 7-го года. Где-то с 7-го начал уже постреливать сильнее по это сам. Вот этот поезд. Ровно? А, или что ты делал? Тяну. А, стягу я делал. Тяну. А если начнем? Тягу красную, да? Красную. Ровнишь? Нет, нет, нет. Ниже, выше? Выше.
Все, привязывайся. Ну ты что-то бодро побежал. Вчера и вперед, и назад, и по воде, и проседание. Вчера, позавчера. Бодро побежал, бодро. Все, все хорошо. Что? Прям. Сколько ты там тянул? 270. Кто из вас спешит? Никто. Никто. А. Я сегодня последним пойду. Ну давай. Да? Поговорим. Чё-то забыл тебе огурцы взять, блин. Ну заедем потом возьмем. А я тебе еще хотел сказать, это зелье, вот это что и это? Или я хотел бы другого? Снять, как возможно сегодня? Как конечно, настроение. Конечно. Там делов-то. Мы Юрочка подключим. Подключим? Что делать? Юрочка не надо подключать. Не надо? Я хочу свои мысли вы. А, ну хорошо. Что сделать надо? Свои мысли он выскажет. Юрочек тут вообще ни при чем. Раз, отлично. Не, он тоже насчет этого. Говорит. А он послушает. Он ну, послушает. Что хорошие люди-то? Нормально идет, да? Да. Юрий, а ну-ка. Это сколько? Все, все. С Петровичем помню. Давай, брат, мне попробуй, скажи, на сухое вино похоже или нет. Это безалкогольное. Да давай, что ты. 180, не торопись, ножками давим. Пошло, 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 пошло. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Отлично, еще разок. А похоже. Еще разок. Отлично. Так. Так, 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 так. Безалкогольное сухое вино. Не тяжело? Нет, нет. Похоже. Нормально. Значит, твоя задача развернуть ноги. У меня такие зачинки. Ноги шире, шире. Вот еще хотя бы. Направление. О, уже хорошо. Уже хорошо, уже хорошо. Хорошо уже, не торопись. Только если бы не сказал, я бы уже захмелел. Ты не говоришь, люди захмелеют. От эффекта плацебо. Нашел вверх, 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 пошел, пошел. Я говорю, что ты сказал. Я почему хочу сам. Отлично, раз. Присядь ты, конечно. Давай. Пошел, пошел, ножками, ножками. Хорошо, ну еще разочек. Уже два года. Алкоголик страшен. Пошел, 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 пошел. Отлично, отлично. И вот с ним. Ну как, не тяжело? Нормально. А, нормально? Да, сейчас, сколько? Приятно делать вам. Сразу 260. Не посещусь. А так ли это заскажешь? Его обманывает, он бросил пить. Этот. Не торопись. В бочке сидел. Ты понимаешь, почему? Я вам показал плечи. Вот так сейчас в правом плече помещался. Можешь подсказывать своим. Пошло, пошло дело. Манаш, садишься, как будто ты устал. Торопись, пошел, пошел. Ножками даем, 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 даем. Вверх, 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 пошел, пошел. Ну давай еще разочек. И человек дышит, и легкие сушит. Да. Давай, 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 давай. Отлично, отлично, слушай, Константин. Да, отдыхай. Это то же самое, я все-таки не сказал, что. Так 180, 240, 220. Нет, ничего не устал? Ну ладно. Давай сам, на сколько потянешь? 220. 220, да. Хорошо, допустим, утром после похмелья. Да, 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 стакан маханул, да. Вот видите, уже у вас общий разговор есть. Да. Почему у нас нормальные взаимоотношения? Правильно, и это самое. Пошел вверх. От пяточек энергия пошла. Винную бутылку. От пяточек энергия пошла туда, в макушку. Еще разок. От пяточек пошла энергия туда, в макушку. И последний раз. Отвязывайся. Ну, постой, отдохни. Как ощущение, где, что, что? Что ты чувствуешь? Я заведу сейчас 500 рублей. Так она еще и куда-то несет.
обращайтесь, Саша. Как раз для монахов хорошая вещь. Сухое каменское безалкогольное вино. И батюшка. Ух, удовлетворение. Удовлетворение, хорошо. Все, пошло все. Меня вечером все чаще жар посещает. Приятный вот это наше тело. Еще. Когда домой прихожу, и такое тепло, вот как это. Только когда болеешь, горит где-то в одном месте. А здесь все тело. Вот здесь. Сейчас откроется. Пошел? Сейчас откроется. Нет, ниже. Оно между красками. Да, 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 да. Между красками. Да. Тут две поставишь. Надо же. Надо же. У меня когда начинал, у меня прямо вот здесь открывается этот поток, прямо идет. Отдохни. Это в карман себе положи, будешь вытираться. Удобненько, ноги пошире. О, уже хорошо, уже хорошо. Ножками не спеша. Нормальненько, еще разочек. Давай. Мы здесь 240 делали. Давай. Хорошо. Хорошо. Отдыхаем. Так, вы обратно через Грузию приехал? Нет, Стамбул, Ливоны. Самолет. А туда Адлер, Стамбул. Туда 6 рублей, 106 тысяч, а обратно 8 тысяч. Ну я почему? Билет на поезда вообще. Я нашел один билет, и все равно самолет опоздал, билет пропал. Ножками. Я потом не слышу. Ножками, давишь ножками вверх, отлично. Еще раз еще. Ножками. Ну, правда, СВ было 4. Ну, еще разочек. А я... Ножками. Это самое. Отлично. А тут... Как? Хорошо. Нормально. Оттуда... Чуть... Фокусом, салоном, поймал. Точку толчка, что немножко... Левее, правее стоял. Где-то 40 евро. Вот. Хорошо. Ну, дешево сейчас вижу. Да, сейчас вижу, что путь на дыбу. Ножками. Довольно дешево. А плохо пошел сюда. Давай, отлично. Давай, еще разочек. Давай, пошел. Отлично. Отлично. Отдыхаем. И на Корфу я еще поехал. Вот они уже не ждали. Это там тоже. 3000. Вот
Это вообще 15 тысяч заехало, да ничего, это один стол, сели поели, уже закончилось. Да, 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 да. Самое главное, чтобы виза была, виза. Если виза есть, все нормально. Многих виз. Добавили. Да, виза два. А сейчас? Ну, еще одно мне до следующего года, до июня. До июня. А потом? Ну, продлю. Только мне должен до 5. Ну, сейчас это заварухой, может, там, сейчас. Месяц, 3 месяца. Ну, не знаю, что там все закончится. Пошел ножками, ножками. Отлично. Тяжело, это... Ну, еще разочек ножками. Сидишь, когда в автобусе. Ну, пошел. Отлично. Хорош, хорош. Ездил на дальняк на автобусе. Это уже хорош. Казалось бы, ну, попробуем. Обычно очень тяжело. Сейчас нет, 260-240. Ну да, как все и думают. На разок хотя бы сам. Пошел ножками, дальше, пошел. Поверь себе. Пошел. Опа. Отлично, хорошо. Ой, все. Думал, что Леха. Как там? Ну, хорошее упражнение. Предлагаете 260 сделать. Да, 260 сделать. Отдохни. А тогда сколько 250 сделать? 240. Ну, 250, да. 250. Ну, сейчас 260. Не, ну это вообще ты меня удивишь, уже 15 тысяч вообще ничто. Это можно есть, как это сам, если просто так. Вот жар в ногах такой. А есть, если... Где именно жар? Слышь? Ну, в подошве. А если подошва, подошва, да. Я. Хорошо. Подошвы горят. Там вообще... На углях стоят. 3000 ну, стоит самолет до Салоников. Такой раскаленный асфальт. До Салоников. С Батуми. С Батуми, да. 3000, я милую. Ну, надо же доехать туда. Ну, там как доезжаешь? Доезжаешь до Владикавказа. Там, встал и ножками начал давить, давить и даем. Пошла энергия. Отлично. Константин, отлично. Стараюсь медленно вписываться, понимаю, что запас есть. Потихоньку будем реализовывать. Не надо спешить. Запас есть. Ладно, все, вхожу в это. В охотку сделаешь, как ты поборол вот это и ездишь. А мы живой слово везем. Я говорю, что мы как мы отсюда ходим. Судьба. Судьба. Да нет, судьба это, судьба да это суть. Стань максимально широко, как ты космоса. Еще раз двинь сантиметра на 2, на 3 ноги. В пятках. И ту. Где попало. О, давай. И вот так вот стоим и делаем. Ну-ка, давай-ка. Ой, даже мои спрашивают. Ну, гуляй. Давай, давай, подсел. Подсел, подлез. Подлез. Поправил. И ножками вот это давишь сейчас. Хорошо, ножками одновременно. И пошел. О, давай. Поработай. И один мог поехать, никто не верит особо. И еще пару раз. Хорошо. И еще разок. Опа! Пошло дело. Не остановишься. Хорош. Я не спрашиваю, ты когда последний раз отпуск был? Ой, хорошо. А, ноги встали, и прям уже третье, четвертое движение легче пошло. Выстреливай, действительно, останавливайся. Нет желания, разделывайся, все, и в ногах, как на место стало. Начало тяжелое, а вот нагрузка пошла, и ей приятно с нагрузкой. Именно с нагрузкой ноги. Ну что, с чего лежа начнешь? Да мне все равно, с чего начнешь. Можно и лежа.
И стоя. Забирай туда. Ну, потихонечку, сейчас. Да, сейчас я. Все. С нагрузкой легче теперь. Без нагрузки. Так а что мы можем таскать, чтобы не таскать все это? Он сделал, я сделал, он сделал. Ну, он сделает. И вот его так же. Да, и он сделает, ты сделал. Да. Ну, возьмешь колонку? Тебя? Колонку возьмешь. Подкалываешь, я понял. Почему? Да? Ну, что так? Пока, пока ну, это. Что у тебя такой вот характер у себя? Сейчас, подожди, я подожди. Подозрительность, да? Нет, это гордыня называется. Гордыня есть вам. Да. Что можешь сказать, как она тебе? Идет в туф или что? Идет. Идет. После каждой тренировки настолько появляется улучшение, что уже не то, что веришь, уже знаешь, что будет. Я заметил. Все. Не поверь, я этим занимаюсь. У него даже плечи начали выравниваться. Да. Грудь вперед. Смотри. Пояс застегивается уже на другую. Начал. Более плотно. Пояс застегивается, вот движение. Встаю вот сам. Видишь, делать да. Начал. Еще чуть-чуть надо убрать. Да. Где там приложился? Давай. Стою, двигаюсь. Я тебя тогда спросил, ты вот когда делаешь, у тебя седьмая чакра открывается? Я подозреваю, что она у меня открылась, когда я голову. Не торопись, не торопись. Не криво, 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 ребят. Мне кажется, это высоко. Ниже вниз. О, криво. Все нормально. Ровно. Не торопись, не торопись. Медленно, плавно. О, хорошо, хороший ход. Молодец. Ну что, Юж? Давай. Ты? Давай. Ты что тут убрал? Ты думаешь, что надо? Аж... Башку ударила на тыльник. Видишь, башку ему ударила. Зачем? А тебе надо выше. Ровно. А тебе надо выше. Руки-то загребущие. Не трогай. Медленно, плавненько. Отлично. Давай-ка немножечко повыше ее. О, хорошо. Ну, еще разочек сделай. Отлично. Вылазь. И вот твой алкоголь не пошел уже, головка закружилась. Как поднимать стал, слышишь? Сколько тебе повесит? Было 140. Пошел сразу. Да, сколько будет? 150-160. На базе сейчас. Ниже донца. Так, надо было ниже, ниже. Ага, рыбхозяйство. А, это где? Сегодня чуть-чуть разница. Не торопись. Тут надо настроиться, не торопись, плавненько, медленно, как домкрат. Вот, хорошо. Еще раз, значит. Хорошо. Отлично. Давай, уперся.
Отлично. Ну давай еще раз. Сейчас. Судорога что? Нет, мышца просто, она, знаешь, напрягается. Угу. Неудобно шлёп. Ну давай. Что тут удобненько? Пошел, пошел, пошел. Хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, Маша. Так, повесь еще пятачок. Вот это? Да. 180. Да. Все, за себя. Садись там, Славик, посиди. Не торопись. Торопишься. Торопишься. Упирайся медленно, плавно. Давай, 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 давай. О, видишь, отлично, 180. Так. Должны 200 сегодня. Везде должны, а там кто его знает. А до этого какой был результат? Мне было 180. Один раз 200 было, а потом уже 200 никак. Было. Бывает. Принял так, наверное. Там. Так, да. Удобненько ложись вот там, чтобы все у тебя было удобно лежало, стремилось, все хорошо. И ты как домкратик, вот там, знаешь, откуда-то. Да. И пошел. Вот, хорошо. Видишь, как хорошо. Ты думаешь, что что-то? Ну ничего, сейчас мы ее раз это. И еще разочек. Пошел. Отлично. Хорош. Хороший дело. Седалищный привык. Седалищный, да? Заседалился. Ну сейчас. Ну ты знаешь правильно, ты же как домкрат, само как ты откуда-то внутри. Да, сейчас. Хотя кто-то там внутри сомневается. Сидит. А вот отсюда. Не торопись. А ни разу такого не было. Ну, надо запомнить этого. Не разу не было. Погоди, я уже сам научился. Не сомневайся, ты внутри тебе начинаешь. Не торопиться. Стараюсь, чем медленнее думать. Это сколько? 200. Уперся, пошел. Брякнул, значит, есть. Так, ну и что, в охоточку пожми 140. Да, да, да. Больше нет, наверное, 200. Еле-еле. Согласен. Смотри, а то может 205. Не, 205. А на 200 что-то? Сейчас я тебе представлю. А это так пойдет. Подожди. Значит, ну что, поднялась это? Хорошо, поднялась. Хорошо. Не видно. А я вот подумал, да, кажется, амплитуды нет. Как домкратик, знаешь, вот в охоточку там подави. Сколько подавится тебе? 2, 3, 5. Ну шо? Разлилась, Геннадий Петрович, разлилась. Разлилась, да? Да. Так как-то с просунья было. Поэтому надо меньше было ставить. Почему? Чтобы проснуться. Я бы 120. Ну что? Нормально мне. Нормально, все нормально, все нормально. Так, слово твоя. 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 Да подави вот этот вес, 140 в охотку. Знаешь, не спеша вот ты. Я, видишь, месяц не ходил, а ну... Можете на ту лавочку сесть. Месяц вот не ходил же, да? Ну, да. А сейчас она... Нет, сейчас она ставится. О, хорошо давишь. И да? Как он давит? Нет, 120 поставь, чтобы
и ты хочешь сорваться. Дай еще. О, минуточку. Отлично. Молодец. А не могло, Юрий Данилович, произойти такое, что отдохнув, ты столько сил набрал? Ну да. Чувствуешь это? Я что, не отдыхал, вот самое что удивительное. Пахал. В скитах не отдыхал. Это ж другое было направление. Ну как оно мне? Наоборот, как бы, не в тонусе держало, но здесь мог сильно соскучиться. Не, ну вот я приехал в теннис, например, соскучился, я их у тебя ободрал там. В охоточку, да, в охоточку. О! Покоритель весов. Ну да, так пошло. Самое главное, что все движение. Я уберу. Мужчина, ну что вы такое? Ну что, штанга на поясе? Штанга на поясе. Ну, когда в автобусе едешь, вот, почти четверо суток, считай, автобусы, поезда, два суток туда, там. Да ну мышцы деревенеют, судороги потом берут. Ты же ничего не видишь. Так, сколько там? У меня 4,4, а Юра 4,5. У нас 2,3,4. Сколько начнем? Я тоже давно не ходил. Ладно. Малый вес. Так, у тебя правильно. Давай начнем. Раз. Правильно. 260. Удобненько, все, подкладок никаких не надо. Я не знаю, уже я забыл. Сейчас еще навесим. Ну, говорю, для постороннего глаза может чуть-чуть, чтобы не забыл. Не, бежишь уже. Ну, я если раньше вот так говорю, ходи. Ну, да. Не спеши, пошли. Да, я положил, не мешает. Тихонечко. Отлично. Не спеши. Я в ванне пошел, мне так. Хорошо, даешь. Ноги чуть уже поставь. Еще пару раз сделал. Раз. Мы в среду. Отлично. Два. Еще три. Набрасываем. Или я в среду. Ну, набрасываем, наверное. Давай, мы пропустим. Пока там все доделаем. Ну, еще одну набрасываем. Угу. Не понял. Растешь. Это сколько уже? Да, это мелочок, Юра, потом. Мелочок. 340. Хорошо. Отлично. Еще разреши. Отлично. Ну что, еще? 80 на 8. Ну давайте, что? Не торопись. Не торопись. Ноги помню. Ноги помню, как они стоят. Ноги далеко у тебя. Ноги стараются. Куда ты даешь? Куда у тебя назад? О, хорошо, хорошо, давай. Чуть-чуть ножками. О, да, 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 да. Начну издалека. Пошел ножками. Сколько навесим? 40. Да пока я передохну, я что-то. А, ты передохнул. Что-то. Реально взялся. Мне сколько скажешь? Рьяно взялся. А я говорю, вот, когда я упираюсь в эту стойку, мне так и кажется, что она как скользнет вперед. Подкладочку делать? Да.
Нормально. Интересно. Вот нахуй. Я поменял уже все. Готово. Отлично. Вот сюда давишь. Ножками, ножками не спеши. Можно чуть ниже опустить. Кого? Да, вот, для мешок чуть. Стоим так. Да. Ну, это было 260, сейчас я еще подбавлю. Мы начинали, Геннадий Петрович, 360 всегда. Ну, около 400 начинали. Давай-ка. Ну, в принципе, даже в этом хорошо. Больше смысла есть, чем... Хорошо работает, да? Сразу. Хорошо работает, стоим. Подожди. Все нормальненько. Давай. Да. Ножками. Хорошо. Чувствуешь? Отлично. Все. Ну отдохни сейчас, Тигран. Ты смотри, а. Сейчас Тигран. Вот он, переставьте. Да, она идет, для нас это ерунда. Потом и идет. Так, мы, по-моему, 4 делали. Еще тебе 80 или 40 надбавить? А сколько вы гоняете вообще? Что у нас получается? 180, 260, 340, 420. И сейчас я еще набавил 420, 460. Ну, давайте. Ты переставил себе? Юра, ты переставил? Ничего не я переставил. Переставил, да? Да. Давай, слушай, хорошему помогу. Парню-то, французу-то не переставить-то. Давай, я тебе помогу. Давай. Франция. Ставь ножки чуть поуже. Округ Лион. Ножки чуть поуже. Вот. Не торопясь. Сюда даем. Отлично. Еще разок, не торопясь. Слишком быстро даешь, плавнее дави. Так. Ну что, ставим 500 вам. Ты отдохнешь, а он побежит. Не торопись. Ножками даем, отлично. Еще так, ножичками. Так, хорошо, отлично. Не торопись, спись. Ты торопишься. А, натура такая тоже. Не надо. Надо ее менять. Так, да, переставляй. Менять. Изменить себя. Переставляй. А ребром менять. Так, а где эта подкладочка была? Каждому свое. А мы что менять? Началось каждому. Угу. Мы наслушались где-то. Понахватались. Подсел. Давай, натянул. Встал, ножки удобненько, ножки, все это. И ножичками так, как домкратик. Не тяжело? Да. А? Давай туда же. Давай. Отлично. Опустил отдыхал. Подвесим ему вот такую маленькую еще. Глуховато. Ну ничего, бывает. Так. Так, ну-ка. Не спеша ножками так. О, пальчики. Пошел. Да. Отлично. Ну еще разочек. Давай, Ника. Так, смелее. Даем. Отлично. О, хорошо. Смелее. Ну что, еще? На двое. Надвай. Ну-ка навесь его пятачок. Так вот.
Когда кратик пошел. Отлично. Еще разочек? Да. Давай. Так, еще пошел. Уперся. Отлично. Хорошо. Отдохни. Так. Вот сейчас прям почувствовал мышцы. Ух. Подавилось. Вот так, вот смотри. 580. По помощи, ну, тот, да? Раз 600 я поднял легко, еще по-другому поднимал. Да, да, 580 сейчас легко. И через чем легко поднял. Так, отходите. Ну, я не сказал, что легко. Нет. Со стороны. Так, немножко уперся. Ну-ка. Мы тогда 600 свободно. Не торопись. Давай. А он ответил хорошенько. Ну и хватит. И ножками. Давай. Все. Ну, один раз хорош. Хорош. Отлично. Да? Так. Мы с тобой продолжаем. Да. Заниматься. Ну, да. 180, 260. 340, 420. 500. Ага, 500. Я один раз поднял 680. 500. После этого все ушло в небытие. 500, да? 580, 600. Ой, да ну нафиг. Что у нас паника на корабле, Петрович? Угу. Да кто там панику будет? Что за дух будем сидеть такой? Что за дух? Будем гнать, да? Давай натяну. Натяну. Немножечко сюда. О. Вот сюда вот. Ножками ровненько. Ножками ровненько, да? И только ножичками давишь. Ножичками так. И пошел. Так. Пошла энергия. Хватит. Ну-ка. Попробуем. Ты что, еще что-то? Давай-ка. Потихонечку дашь, когда давишь и не бросаешь. Давай, энергия подключается. Пошла. Уже отрыв есть, пошел. Еще. Но заколыхало. Отлично. Вот эти мышцы слабые, вот эти. Отлично. Я же слышу. А у меня, кажется, вот здесь не тянет. Мы же не мышцами поднимаем, мы внутренние силы. Извини, а участвует кто? Так, ну что, снимаем, здесь, да? Да, сейчас снимаю, потихонечку все. Я же слышу, чувствуешь? Я вот последний, когда тебя снимал, я ее поднял. Килограмму 20 было. Я пошло уже. Так, ну-ка. Оставим. Вот так здесь и в охоточку. Не пошло, я слышу. Продави. В охоточку продави. Прямо сам, знаешь, так это. Сам подвесишь. А у меня здесь упражнение. Мышцы. Попробуй. Не торопясь. Знаешь, как взяла. Я ее до сих пор растираю. Не торопясь. Это выключается. Почувствуй, как ты ножичками даешь, кайфуешь. Вот давай, ножичками туда закатаешь. Вот отличное движение. Вот это не подавись. Сколько там тебе это? Отлично. Ну еще полуразные хорошие. 250. Хорошо. Что это дает? Красота. Так, милый. Суставом легче. Боли снимает сустав. Вот эти судорог не будет. Да не, у меня судороги после того, когда я поезжу долго. А так их нет у меня. Потом мне не хватает там что-то калия или что-то. Магния, ребят. Да мне все хватает. Только когда. Когда насидишься, как хрен. Да. Ну и в охоточку, Юра, ножками подави вот сюда. Да нет, мне что надо выше поднять, это что-то не то. Да? Тяжеловато теперь. Подожди. Так, сколько что, там? 5, надо. Раз, два, три, четыре. На пятый, да? На пятый. Да. Вот, а то, думаю, что-то я присел, а встать не стану. Да.
Ну-ка, ну-ка. И позови в охоточку. Отлично. 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 Во-во-во-во-во-во-во. Ну и хороший. И на этом и закончим. Да? Не будем ни ногами давить это. Хватит. Я думаю, хватит. Хватит, хватит. Да, наверное, пошло. Так вот, ну и что? Держись. Опа. Можешь ли? Ага. Ну что, три богатыря. Вы, вот Тигран больше всего занимается гравитационной гимнастикой. Потом Славик, он опередил Юру. Что вы можете сказать об этом кратко, емко, насколько она там вам вот помогает, не помогает, будете ли вы заниматься или там не будете. Вот с Тиграна. Что было, что стало? Да, что было. Было сначала непонятно. То, что мы смотрим в видео ваши проекты, это совершенно другое, чем когда ты реально занимаешься на этом станке. Видеопроект до конца не отражает эту реальность. А реальность такова, что вещь великолепная, вещь интересная. И ты в нее втягиваешься, по сути. Втягиваешься, втягиваешься, и тебе хочется и хочется. То есть нет никакого отторжения, что ой, блин, да не пойду я, наверное, да что-то мне сегодня лень или еще чего-то. Серьезно втягивающаяся, скажем так, структура. Почему? Потому что я-то этим занимаюсь, я понимаю, насколько налаживается функциональность организма. Настолько она поднимается на высоты, что сейчас, не дай бог, вдруг по одной причине, допустим, придется, ну, не заниматься. Ну, то так получится в жизни. То я буду, извините меня, даже горевать по этой тематике. Поэтому я благодарен вам, Геннадий Петрович, что вы дали допуск и к этой гравитационной гимнастики. И ее надо понять, ее надо полюбить. Вы знаете, не знаю, насколько я ее понял, но полюбил точно. Благодарю вас. Славик, твое? Я думал, по... Нет, он меньше занимается, чем ты. Меньше? Да. Да. Фу, он пришел раньше, занимается на меньше. Ну, у меня 12-е занятие сегодня. После каждого занятия добавлял не только вес поднимаемый, но и внутреннее состояние гораздо улучшалось, что сказывалось сразу же на внешнем. Миллиметр за миллиметром, сантиметр за сантиметром улучшалось здоровье, то есть шаг длиннее, ноги, в связи с тазобедренными начал заниматься. Движения без палочки пошли. После тренировок мне очень тяжко. Лежу, как бы боли. Но с каждой тренировкой боли уходят. Движения более конкретные. После каждого занятия идет улучшение, что меня радует. До этого занимался другими упражнениями, другое делал. Не видя быстрого воздействия, как-то бросал. Здесь, да, нет желания бросать. Наоборот, на третий-четвертый день все пышет, заниматься. Юра? Я, конечно, меньше почему ходил? С разъездами. Разъезды, да, реже хожу. Бывает, месяц пропускаем в связи с поездками. Знаете, что самое удивительное, я когда первый раз поднял, да, этот вес, а веса большие, 500 килограмм, 600 килограмм, да, вот, я вообще никогда не думал, что столько можно поднять. Энергетически, знаете, поток энергии внутренний открывается очень сильно. Я не знаю, как физическое что, но энергетически, я говорю, поток, вот я сейчас говорю, а мне вот идет энергия. Поэтому, вот занимаясь этим, вы сами удивитесь, что у вас внутренний потенциал, внутренний, то, что вы даже никогда не ощущали его, но он у вас там есть, и вы его сами услышите. Поэтому я только за.
мне это помогает. Не знаю, как дальше, но пока мне это все идет. Так что, слава Богу. Спасибо большое. На этом мы закончим, не будем. Да, очень хорошо. Да. Туда дальше мы еще там, через занятие 10 еще там что-то там такое сделаем. Откажусь теперь из вами. Учителя. Не спеша. Несколько неправильно ты лег. Вот туда надо тебе. Вот так вот. Давай. И не спеша так. Как пресс. Да? Правильно, Андрей. Да, не спеши. Тут надо. Ровно пускай. Дави чуть повыше, чтобы она упиралась в эту. В ограничитель. Давай. Отдыхай. Что стесняться? Ух ты, не моет. А что ж я это не взял? Не взял. Не взял? Ну ладно, не взял, так не взял. Закончился этот. Нормально пошло, да? Ну что, скажешь, вообще так, ничего нигде не болит? Нет. Какие изменения? Изменения? В коленных суставах лучше стало чувствовать себя. Лучше, да? Да, чашечки стали лучше себя чувствовать. Чашечки лучше, это хорошо, да? Вот так вот потихонечку слаживается из всех этих ощущений. Давай, наверное, не будем горячиться, да? Это на потом подвесим. Сейчас ты раз-два, потом тебе еще подвесим. Горячиться тут не надо. Ну да, вот так вот, раз, туда, о! Все, ты понял, так как надо. Вот, ножками уперся, чтобы удобненько тебе было. Пяточки там все. Ты мне кажется посередине все-таки давишь. Надо давить, смотри, вот этим вот местом. Вот этим вот. Да. Чтоб ты. Оно так у тебя? Тогда не больно. Да, вроде бы. Ну давай. Не спеша так мощненько. Жик. Тяжеловато? О, не спеши. Даже немножко поддержишь. Ну, отдохни. Полежи там так. Железяки. Железяки. Все удобно тебе? Все нормально? Да. Давить все нормально. Сколько там? 260. Ого. Не спеша. Больше так ножками, как домкрат давишь. Что-то, мне кажется, все-таки не то хорош. Опускай. Нет, лежи. Это все выше надо. Выше. Подожди. Где тут еще было? Волок. Где еще волок был? Ага, вон они два, да? Сейчас подожди. Что-то тут не то. И вот, раз. Смотрите, как раз под этим. Тазик тут лежит. Ну-ка, попробуй-ка сейчас. Вот уперся туда. Ну вот, это твоя высота. Давай. Ножками. О! Ну! Совсем другое дело. Ладно, пускай, Андрюш. О! Все, хорошо. Может, тебе еще одну подложить, эту штучку, или не надо? Да не, нормально. Нормально, да? Все. Запоминай. Твоя высота вот на одну эту ниже. Вот, и, знаешь, тебе так как ты спешишь,
ты сделал и подержи немножко там, потом отпусти. Отдохни, не торопись. Это уже, Петрович. Не торопись. 300. Ого. 5 блину. 5 блину. Это 50 на 4. Да? Да, хорошо. Молодец. Ладненько. Давай. Отлично. Ничего, нигде, никак. Да, все хорошо. Нормальненько. Вась, Ваську догоняем, да? Смотри, ты там должен так лежать, чтоб таз у тебя это лежал на вот этих вот подкладках, чтоб он там не свешивался, а то это. Как только свешится, там все начнется смещаться. Он должен лежать плотненько, хорошо. Поэтому лег, примерился, не торопись. И потом джик, медленно плавно. Я вчера занимался у меня в копчике, как щелкнет. Ну, не более ничего. Я, правда, делал как раз... Там вроде суставы неподвижные, что там уже щелкает. Ну, вот здесь вот, вот копчик. Там это не конский хвост, да? Ну, да. Ну, копчик. Там все это правится. Отдел. Так, не торопись, не торопись. Так, уперся мощненько. И пора нож. А, хорошо, молодец. Еще разок. Так же, так же. О, все хорош. Отдыхаем. Так, ну что, сколько? 20 добавим или больше? Или 40? Ты же 320 делал, да? Да. 329. Вот это уже будет 340. То есть 320 давил, да? А это 340, это твое личное достижение будет. Ну вот как раз отдохни, его даванешь, потом это все сделаем. Значит, коленки лучше, что еще, где, что, как? У меня, во-первых, хрен особо стоял. Раздевала как раз, вот эту потенцию добавляла. Угу. Что-то такая энергетика была. Потом куда-то она делась, то ли организм привык, то ли еще что-то. Угу. То есть тестостерон вырабатывает тот и до. У меня легкость, у него в коленях, он в ногах. Угу. Коленочки, все. Суставы лечит, я говорю так. Угу. Удивляюсь, думаю, что ты так. Не спеши, а то она елозит, ты не спеши. Выровняй, все, Андрюш. Да. Довольненько давление было у тебя. И так плавненько. Отлично. Еще разочек занавесим. Отлично. Давай еще занавесим. Есть рекорд. А больше тут. 180, 260, 340 и еще 40. 380. Угу. Ходи, отдохни. 380. 380. А тут самое интересное, вот же вот ноги, да? У него ноги, у меня ноги. Вот они прямые ноги. И тут, оказывается, энергия идет вот именно по прямому. Вот этих изгибов ей не надо. И вот это вот в прямую продави. И сразу костный мозг заработает. Как бы это, пауза, да? Ну да, небольшая там. Ага. Хотя бы, как говорят, вот толкнуть вот это, вот тут раз оторвал. Угу. И все. 380 килограмм.
Значит, достану, Женечка, этот лёг, чтобы она никуда не скользила. Тут надо какую-то ерунду придумать, чтобы она не скользила. Поэтому плавненько уперся. Она тогда никуда не будет скользить. Ты уперся, уже придавил. И потом уже давишь дальше. Ну-ка, потихонечку начинаем. Все больше. Отлично. Харе. Бузить. Теперь сейчас поработаешь, сколько там это, в охоточку подавишь. То есть вот это как раз энергетика пошла. Да. То есть всем как-то прогреть его надо организм. Прогрело, активизировались эти хаверменты, все эти иммунные тела. Сама думал вначале назвать эту гимнастику иммунную, а вот сказали врачи, да что там там. Ну, назвала это, да, это. Да, бросила в пот. Это хорошо. Прогревает, все это делает. Отдохни. Ты так будешь давить, не? Так можно. Попробуй, да? Немножко. Ну давай. Не торопясь. Знаешь, в охоточку так расслабленно вот по это. По кайфу. Не торопись. Ой, плавай. О, хорошо. Вот. Так. Кажется, как бы ножки участвуют без особого натуживания. Ну и хорош, наверное, да? О, хорош. Хорош, иди, Лёш. Посиди, отдохни. Тебе, по-моему, ниже, да, надо? Да, ниже, наверное. Да, наверное, ниже. Ну что, давай тогда валенки. Так, а тебе, по-моему, без этой, без этих подкладочек. По-моему, там одна была. Одна подкладочка. Лёг, не спеша. Так. Андрюша, сними, пожалуйста, один блинчик. И к большим блинчикам положи. Все, лёг нормальненько, так не спеша. Бах! Опа. Давай, ложись. Все, туда несколько дальше. Тут особо не берите, я тут тебе помогу. Ну-ка. Вот, ровнее. О, хорошо. Можешь так и лежать, я тебе только буду подбросать. Ну, не спеша, ножками. Отлично. Вот ты правильно давишь. Хорошо. Еще раз. Пытайся напрягать только ноги, а не все тело. Да, чтобы там в голове ничего не отбивалось. Отдыхаем. Сколько добавить? 20, 40? Пытайся вот прям ногами бегать. Да, все. Можно 40. Отлично. 40. Ну. Ого. Отлично. Еще разочек. Отлично. Отдохни. Сколько там уже, Петрович? Так, 180, 200, 240 килограмм. Ого. В прошлый раз всего 200 у меня было. Да? В прошлый раз 200. А, ну да, 240 и было. Не торопись. Да? В прошлый раз, да. Ого! Ну и хватит. Ага. Хватит. В охотку сколько ты делаешь?
ножками. Хорошо ты давишь? Именно ножками. Знаешь, вот ничего там не работает. Ну, чтобы в голове ничего не напрягалось. Во-во-во-во. Отлично, отлично. Это классно. Я попал. Классно, да? Когда это? Ну, вот. Вот это. Может тебе подвесить побольше? Это удовольствие. Или не надо? Это достаточно. Достаточно, отлично. Отлично. Как говорится, одобряю. Удовольствие получил. Во! Вот самое важное, это получить удовольствие, больше ничего не надо. Угу. Получил удовольствие. Хорошо. Так. Лёжа. Теперь, да, лёжа. И лёжа. Ставим. Вот. Сколько там у тебя было? По высоте, сначала по высоте давай. По высоте посмотри. Примерься по высоте, ничего не делать. Просто прям надо выше. Я уже вижу. Выше. Выше. Выше и подкладки. Так. Выше. Сколько подкладочек было? Две, по-моему. Да, две. Значит, ложись, чтобы тебе удобненько все. Плечики были здесь все. Сколько тяжело? Вот так, 190. 190. 150. Ну, попробуй 140. Сейчас. Не спеша. Маленько. Нормально? Да. Давай. Еще. Ну, после... Как удобненько. Вот. Еще давай. Так, 140. 150. Полежи не это само. Можете еще одну подложить подкладочку, чтобы как-то. Или как ты? Нормально. Или нормально так? Нормально. Ну ладно, нормально, так нормально. Хорошо. Ты знаешь, вот сюда ляж. Нет, мне кажется, далековато. Да, ты так далековато лежишь. Хорошо. Сколько это? 160. 160. Сразу пятерка. Двадцатку прибавляет, а та десятка сороковочку. Угу. Хорошо. Так. Не торопясь. Здесь давит. Давит, да? Ну, возьмись так, чтобы как-то не давило особо. Она бывает. Как-то там, то давит, то не давит. Потом привыкнешь. Да, как ведь можешь... А ты возьми без пальцев. Вот, да, без так. Пальцев можешь попробовать. Вот так. Чтоб тебе было давило. Вот так вот. Ну потихонечку. Давай. О, хорошо. Еще раз. Не больно было? Ну давай. О, хорошо. Значит, вот так берись. Эта штанга тут, видишь, ничего не падает. 170, да? Да. Это умала ничего. 310 упала ему на грудь. Я видел, я тоже видел. И ничего, такой-то вскочил, побежал. Вот это да. Это груда. 310, хорошо, блядь. Отдохни. Спешить некуда. Картиночка великолепная. Вот.
Да, 170. Так же, сынок, вот там. Давай. Я так жил. Сейчас запретили так жить. Тут она спадает. Хорошо, еще разок. Отлично. В ограничитель даже бьет, да? Бьет в ограничитель? Да. Ну это то, что связочки прочувствовались. Вот, 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 хорошо. Связочки. Сто восемьдесят. Отдохни. Да тут не спеши. Я еще после тренировки занимался там лежа. Да. Угу. Сначала придавил, а потом упирайся. Палец. Палец туда. Так. Все пусть как ему удобно. Раз не болит, значит, да, она бывает иногда так как-то. Плавненько уперся и пошел. Отлично, отлично. Есть харе. Ну что, 190 пробуем или больше? Давайте 200 сразу. Что там? Пробуем. 200 миллионов. Или нормально где-то? Это нормально вроде, да. Че уж 190 делать? Ага, ну смотри, такой углы так, чтоб... Да. Может еще одну попробовать подложить, все-таки попробуем. Давайте попробуем. Сейчас, зачем? Туда будет вот так. Вообще короткие будут движения. А нет, дело в том, что чем больше вес, он сильнее прижимает. И поэтому проседает, и лавка прогибается. И поэтому надо вот это что-то подкладывать. Это ж всему свое время. Не сравнишь, когда ты там был. В свое время бы ты придал бы побольше. Ух ты, молодец. Хорошо. Все, сынок. Это тоже снимать, да? Да. Угу. Ну что, 160 оставляет тебе? И ты, так сказать, на нем... Оторвешься, да. Ну и говорят, что вот у них там метода не та, они один раз там давят. Да для того, чтобы все это прочувствовать, тут надо несколько раз подавить, ну, чтобы понять, куда давить, какие усилия, куда энергия идет и так далее. Да. Тогда что-то будет получиться. А потом уже с ростом этого переходить на раз. А так, ерунда, пришел. Грубо говоря, ну там, допустим, 120, 140, 160. Три раза поднял. Ну да, так, наверное, и логичней, и физиологичней. Чувствуется, поработал. Ну что ты чувствуешь, вот 200, ты так давно, где там, что там тебе? Что там, открылось, закрылось, где напряглось? Ну как будто в грудь что-то отдало. В грудь отдало, да? Да, срок прям в грудь. Вот, это ты уже видишь, ты начал чувствовать. Вот. Во-во-во, расширяется тут сюда. Все, что было там зажато там. Да. В грудном отделе, если тут она была, тут это самое, как-то сжато, она жик
вылезла. Мне, например, жалко. Каждое волокно ощущает. А, вот это вот продавливаю. Прям вот так. Ну, давай. О! Так. Закончится, можешь больше. Сейчас. Да. Пойдет. Пойдет, да. Да, нормально. Ты без всяких этих жал, да? Примерно ниже. Начнем со 120. Так, брать это, да? Да, положи. Нормально лег. Ну и так, разника 2-3 в охоточку. То есть что тут важно, чтобы была радость? Что такое? Может выше тебе? Да походу. Да, походу выше надо. Надо что-то. Да, что-то. Да, мне кажется, руки у него сильные. Что-то. Видишь, что значит угловый? Давай состав начнем. Ну, не торопись. О! Вот это твое, да? Ага. Хорошо. В случае чего мы тебе это по подкладочке сделаем. Есть. Есть, да? Это 100 было, да? 100, да. Тебе 110. Хорошо. Отдыхаем. Ну, торопись. Пошел, висяка, да? Пошел, отлично. Отдыхаем. Сколько там? Опусти руки. Сейчас? 130 повесили. 130? Угу. Отлично. Отлично. Отдохни. Отлично. Отлично. Константин. Ага. Аж пах пошло. Тепло. Отдыхаем. Сейчас на разик. Полтинник надо, да? Да. 150 мой любимый вес. Отлично. Хорош. Андрюша, навеси мой. Захрустело. Где захрустело? В локте. В локте? Ага. Ну не больно? Нет, нет. Не больно. Хорошо. Все, локти будут как новые. Видно, там уже застоялось. Застой прошел. Пойдет. Это все надо. 160. 160. Идем дальше. Да. Ну вот этот место последний. Да, да, один разок еще. Тоже еще такое отдохни, отдохни. Колоссальное напряжение. Отдохни, отдохни. И вот так все тоже в руки туда, знаешь.
в руки, а в руки. Пошел. Расплющило. О, это хорошо. Расплющило там, да? Ага. Спину, все там такое. Да. Такое впечатление, что меня раздавило. Раздавило, да? В хорошем смысле слова. Раздавило в хорошем смысле слова. Ага. Самочувствие, ощущение, жар, шмар. Да. Хорошо. Так. Ну отдохни и в охоточку подави така. Ага, хорошо вдавила. О! Давай! О! Давай! А! Давай! И хорош! А что ляпнул? От удовольствия, да? Как ты говоришь про льва? Ну-ка, расскажи, это стежок. Руки как у льва лежат. Да, нет, да. По гороскопу лев и трицепс как у льва. Мне чемпионом стать, что 2×2. Вот так-то. В Крыму там 4 медали. Ну, 2×2, 4 получилось. О, ты как Нострадамус. Ну сейчас, конечно, этого не знаю, что осталось. Ну, как говорится, пытаемся. Пытаемся. Да, вот с этой штукой, знаешь, я это, вот тогда, когда меня скрючило спину, я понял, ну, старость. Все, трандец, как бы сказать. Немножко поживем. А вот это начал заниматься, знаешь. Я думаю, ё-моё, да тут еще жить можно. Хо-хо-хо-хо. И полноценно. Да, с такими весами. Полтонны вот так приподнять. 520 тогда приподнять. Вот это. 520. Как бы. Так бы не поверил, если бы сам вот не попробовал, ничего там нет. Сколько у тебя было? 5, по-моему. Раз, два, три, четыре, пять. На другой стороне, по-моему, четвертый. Раз, два, три, четыре. Ну-ка, стой, набросим эти. Просто встань. Подсел. Натянул. Ну как, нормально? Оно, по-моему, оно. Да, ну-ка, давай немножко. Да. О, харе. Отлично. Да. Отлично, трицепс как у льва. Да. Ну это не хрен собачий. Что, будем этот прикручивать? Потому что, по-моему, этот еще подложили досточку, чтобы не скользило. Потом не скользило. Ты уехал. Да, мало ли. Маленький-то спуск. Уехал. Да, просто мы вот это на валенках туда, за это. Угу. И мы ее уже настолько затерли, что она стала это. Скользит, да. Это карас. Там, ну, она-то, видишь, скользит без этого. Ну, вообще-то неприятно. Ты уперся сейчас. Угу. Хупа. Я помню тону. На два раза сделал, думаю, сейчас третий раз, а она такая, фим, и скользанула. Это что тебе дугу, по-моему, создавал, внучки, да? Нет, это без ручек я делал сам. А с дугой я тону 400 сделал. Там все уперлись, я их всех позвал. Каким образом создается? Дуга? Да. А вот я вам делаю эту дугу. Тебе надо по этим, по бокам встать, да? И... Вот так. Положим. И твое это все, как бы сказать, желание
Вот так вот. Немножко. И килограмм 30-40. Если не больше. Просто. Да. Ну, ну да, коснуться, ну там по обстоятельствам где-то ну чуть-чуть больше поддаешь. Но все равно не то, знаешь. Подвесишь его, а то я давай подвешу. Не тяжело? Нет. Смотри, потихонечку. Как? Хороший блинчик? Да, да. Солидный. Ни хрен собачий, да? Да, да, да. Я все, 360 килограмм. Что тебе это? Одна была прокладочка сверху. Да. Вот. И вот, вот смотри, сейчас. А, ты хочешь ему? Давай я. Я уже привычен. Он завернулся. Вот. Раз, чуть ниже, опа, натянул, отлично, все, давишь сюда, не торопясь, не торопясь. С пяточек, давишь, пошел, отлично, о, хорошо, отлично, хорош, так, подбросим, нормальненько, все, 400. Давай. 400, да, Петрович? Да. Отлично. Еще разочек. Отлично. Вешаем еще. Такую же? Да. 440. Сколько ты уже сделал? 440. 440 делал, да? Так, сейчас сколько? Не торопись. 440. Не торопись. Петрович. Ничего не устал? Нет. Давай. Давишь. Отлично. Ну еще раз, давай-ка. Ножками. Отлично. Не торопись. Тебе немножко надо ноги шире поставить. Бросай туда все назад. Ноги шире поставить. Походи, отдохни. Ну что, сколько? 40 подвесить? Или... 440 сейчас. Да, или... Или 20. Давайте через 20. 20. Давай. Сейчас мы будем делать. И вот сейчас как раз продемонстрируем эту дугу. Ничего, нормально, все, в спине. Да. Все она там распрямляется, ничего не трещит. Поясницу так почувствовалась, вот здесь в тазу. Тазу, вот она как раз так раз раздвигается туда. Ну давай, рекорд 460. 460 килогерц. Стал ножки слегка, слегка пошире. Ну вот, вот, вот. Да. Ниже. Опа, давай, натянул. Так, давим вот сюда, вот. И медленно, плавно. Тут никаких рывков не должно быть. Давай, медленно, плавненько. Пошел. Ножками. Отлично! Вешаем его быстренько этот, еще один. Так, не торопясь, медленно, плавно. А, хорошо, опустил. Что там, сколько? Здесь? 60. 400. 40, 480 килограмм. Отдохни, на 500, да? На 500. И больше не будем. А, и мы а потом попробуем с другой. Кстати, да, когда я первый раз начинал пробовать, я, по-моему, 360 так сделал. И у меня прям завибрировало. Колени было немного больновато. Связки почувствовались прям. Вот. Потом со вторым уже, со второй недели, уже стал он намного лучше. Вот. Начал показывать результат. С третьей уже вообще боли не чувствую. Вот, прям вообще отлично все. Вот. Медленно, плавно будешь. Отдохни, отдохни. Торопиться не. То есть суставы уже адаптировались, в принципе. Ну, они-то адаптируются через
большее гораздо время. Но пока вот, что укрепилось немного, это? Да, укрепилось немного. Хотя бы. Да, потому что я хорошо. Это почувствовал, и мне во сне даже приснилось. Это такие ножищи у меня это стало. Значит, она все спускалась, и как ты думаешь, с лестницы-то. Угу. Вот, вот это пух, уперся. Мощь. Да-да-да-да. Так. Вот все так же, как ты делал. Твоя задача все это сделать так же. Раз. Прокладочка. Так, натянулись. Отлично. Так, нормально, вот сюда вот, да? Давим сюда. С другой, да? И медленно, плавненько, медленно, плавненько. Не спеши, давим. А, отлично, опустили. Так. Еще вот это самое. Будем больше или нет? Можно. Да, сам попробуешь, да? Угу. Вешаем мы еще туда. Двадцаточку. Двадцатку? Да, вот этот. Пятачок. Немного. Пятачок. Я что, если нет, то. Так, 520. Это. Да. 520 килограмм. Сейчас будет тебе снимать, да? Сейчас ты наготовишься. Угу. Нормальненько все там. Ты знаешь, берись вот за эти и подтянется хорошо. С одной стороны, с другой только раз. И подтянул. Сейчас. Сейчас он тут настроит. Да сними чехол. Не торопитесь. Не торопитесь. Все, все. Ты что-то на меня вон смотрит, на меня. Ну тут это, перевернуть туда, чтобы. Ну так, да. Так, так лучше. А я бы вшир делал. Потому что если вы вылаживать будете вшир, отойди еще дальше. Вот. Но и потихонечку сам. Нормальненько все. Потихонечку давишь ножками. Уперся, уперся и пошел туда, что там слазит. Да. О, нормально. Сейчас давай. И ножками так, не торопясь. Пошел. Отлично. Все, опустил. Хорошо. Хорошо? Да. Хорошо. А вот теперь смотри, с дугой. Грубо говоря. Вот смотри. Сейчас ты с дугой. Захерячишь. Так сказать. Сколько с дугой? Так, потом будем считать. Ну давай, твоя задача так же давить. Так же давить. Все. Больше тебе ничего не надо делать. Или ты постоишь? Сейчас ну давай постоишь. Значит, сколько тут было? 520 было? 520 было. И я поставил еще 8600. Как говорится, будь смелее, акробат. Это гимнастика еще смелость это сама развивает. Угу. С большими весами люди как-то это. Начинают дрейфить, да? Ой, еще как. У них ломается движение и так далее. Да. А потом, когда это пройдешь, знаешь, вот становишься уверенным. Так... Психологический барьер. Да. Что там, ноги среди нас так забились или что? Да, ненормально. Нормально, да? Да, ну подзабились немного. Так, твоя задача все сделать так же, как сделал, подсел. Натянул, натяжка, здесь стоишь, так, и медленно, плавно, твоя задача давить, медленно, плавно, и пошел, давай, а, вот это тебе энергетическая дуа, харе. Фантастика, 600 кг. 600 кг.
Да, ты даешь. Ну это вообще. Даешь любимую лошадь, да? Так, сейчас. Я еще новичок. Это маленький мальчик. А ты сколько делал? 300, по-моему, 40. 340? Да. Максимум. Ногами ты максимум делал 260. Лестничный 340. Нажим, не помню. 150. Ну, сегодня вот ты 160. 170. Сегодня нажим. Ну вот. Нажим 170. Так. Джим. Соблюдает для режим. Джим. Знает спорт. Джим. Даже опытный пират будет схватки с ним не рад. Потому что пьет пират. Джин. Так, сколько у тебя было этих? Я не знаю. Раз, два, три, четыре, да? Раз, два, три, четыре. Где-то так. Подлаживали же мы тебе. А? Нет, по-моему. Ничего, по-моему. Ничего не подлаживали? Ну давай, я тебе помогу натянуть. Не торопись. Не торопись. Давай. Не слишком низко, нормально? Да. Подожди. По-моему, низковато. Низковато? Да, что-то. Давай. Сейчас мы имеем. Тянуть высоковато. А как сейчас? Сейчас нормальненько, да? Да. Так, ну не будем горячиться. Медленно, плавненько, давай. Хорошо. Есть. Раз, еще разочек. Хорошо. Хорошо идет, да? Угу. Так, смотри, вот это я вешу. Угу. Это сразу 270. Угу. Килограммочка. Ножками. О! Почувствовалось. Ага. Ножками отлично. Может поближе к себе. Отдыхаем. Что? Поближе, может, к себе ее подвинешь. Да. Ну, так нормально будет. Да. Так нормально, че. Угу. Немножко вперед. Хорошо. Да, не торопись. Да. Так, сколько там? 290. Да. Хорошо. Ножками даем. Отлично. Вся энергия много. Ну, сколько ты там давишь? 340. 340. Так, и не торопись. Ох, это 310. Ага. Отдыхаем, да? Ага, ну уже. Это... Уже солидно. Уже так ощущается. Не торопись. Может, походишь? Нет, сейчас. Пока. Отлично. Это сколько уже? 350. Сейчас. Это все. Все, на 10 кило больше. Ага, но больше не надо. Все, еще. Походи, отдохни.
Походи, да. Почувствовал, конечно, ощущение. Опиши свои ощущения туда. Опиши, что ты там чувствуешь, какие, вот, ну, что, что твои впечатления. Расскажи. Жар по всему телу. Ага. Вот. И на ноги такое. Туда дальше. Да, такое ощущение. Такое ощущение, как. Вот, как будто. Вот поток какой-то вот идет. Как бы поток он не сверху, а снизу как-то получается. Вот я давлю, получается вот как бы снизу. Или сначала как бы стекает, а потом. Я вообще не понял, что произошло. Ну и вот настолько. Я когда поднимал. То есть отключился, да? Да. Вещи-то. То есть. Просто работало тело, вся мышца, больше ничего. Так, здесь вес, значит, было 270-40, это 230 килограмм сейчас стоит. Угу. Я тебе помогаю нацепить, Саша. Ага. Правильно подошел, хорошо. Давай, натянулся. Сюда, так. Все, держим и оторвись, как ты. Ага, вот, сейчас. Давай. Сейчас. Вот, вот сюда, да? Ага. Вот так, в охоточку. Сейчас. В охоточку покачай. Угу. Отлично, удовольствие. Вот, вот это именно надо. Ага. Удовольствие. Хочешь еще один подход сделаешь? Достаточно. Ну все, это достаточно тогда. Отдыхаем и разбираемся по домам. Угу. Да, я могу еще снять, вы сядете сюда и просто расскажете вот свои какие-то впечатления. В общем, до занятия, мне кажется, у меня была какая-то, ну что ли, пониженная, как сказать, энергетика. И... соответственно, после упражнения я почувствовал, что я наоборот как будто только размялся. Вот. То есть готов к. То есть как будто приспособился прям. Вот. То есть связочки адаптировались. И, соответственно, намного лучше стал себя чувствовать. Тело налилось энергией, да? Очень, да. Что-то там у тебя побаливало, не побаливало? Побаливало связки. Почувствовались. Да, раньше, они как будто перебираются прям, да, там. Вот, волокна. А сейчас? Сейчас легкость. Вот ты говорил про колени, что это там, коленки там немножко там, что там? Значит, колени, с первых занятий у меня болели колени. После первой недели я почувствовал легкость очень сильную, вот. Суставоподвижность, соответственно, и... со второй недели я уже начал повышать свои результаты, и связки начали уже, ну, адаптироваться. И к третьему уже занятию у меня перестали болеть колени и связки. И насчет плеча и локтей я могу сказать, намного лучше все стало. И если я занимаюсь жимом, лежа. После этого, да, упражнение очень легко. Снимать штангу, например, со стоек. Вот. И держать ее, соответственно. То есть помогает это очень хорошо. И вот такой вопрос. Вот ты раньше о такой гимнастике ничего не знал. И вот какое у тебя было представление, подъем этих больших весов? Вот ты думал, вот что они могут дать? У меня было представление, что будет только хуже. Будет только хуже, да? А теперь представление поменялось? Да. Поменялось? Да. Александр, давай. Ну, меня буквально с первого занятия сначала было тяжело. Я думал, ну как это такие веса вот, поднимать, даже вот с маленькой амплитудой, вот, в таком режиме. Ну, сразу как-то вот, ощущения сразу
тепла, вот как бы сразу энергия появляется, разогревается все. Тело разогревается. Да, разогревается. Я в жару сейчас сижу. Жару. Да, да. Вот, и кажется, вот амплитуда небольшая, и кажется, ну что там напряжение вот это, да, вот. А вот именно разогревается тело, и энергетика повышается. Я вот после первых занятий, я просто поразился, думаю, ну, как бы все-таки такую нагрузку сделал, тем более первый раз, необычно. Вот обычно, когда в спортзале так позанимаешься, ну, конечно, ощущение утомления там вот происходит. А это, наоборот, у меня весь день вот такое, такая легкость, ощущение, вот и после занятий. Вместо утомления у меня вот ощущение легкости во всем теле. Не просто там вот ноги, там руки, именно те, там спина, вот, именно, которые те, вот, которые работают. Вот, рабочие, как говорится. Вот. А именно ощущение легкости во всем теле. Не только в мышцах, а вот именно как бы энергетически заряжаешься. Вместо того, чтобы вместо утомления происходит именно заряд энергетический. Что еще добавишь? Я считаю, что это такая вот перспективная вещь. Вот. Достаточно, хотя новая, вот, но достаточно перспективная. Потому что ощущение везде легкости, да, энергетики. И что удивительно, вот в моем возрасте, вот мне 66 лет, и у меня от занятия к занятию идет, как говорится, улучшение результата, повышение результата. Ну, это дорого стоит. Мне кажется, такое продвигать надо. Просто такой вот, как говорится, есть потенциал, оказывается, у меня даже в таком возрасте какой-то есть потенциал, и он ощущается с каждым занятием. Это дорогого стоит, конечно. Да, и тут то, что единственное, это у тебя все слаживается в голове. То есть все от иллюзий и от воображения твоих. То есть какой-то вес, если тебе скажут, что это вес, например, 100 килограмм, а на самом деле это 500, ты поднимешь это более легко. Это как-то вот тоже психологический, психологический фактор. Именно здесь он прям... Сколько ты сегодня самый большой вес поднял? На поясничную 600, на жим 200 и на ноги, по-моему, сколько? 420. Результаты поднялись на процентов 50, даже больше, где-то 60. 60-70 где-то вот так вот. Ну, раз в неделю это очень полезно и прям я бы очень советовал. Эффективно. Очень. Полчаса, по-моему, вы занимаетесь. Минут 40. Да. Вы, если один человек, полчаса. Если два, там, ну, больше. Угу. Да. Ну что, все или еще что-нибудь скажете? Огромная благодарность, Геннадий Петрович, что познакомил нас с такой гимнастикой. Просто это так вот необычно, вот, и, можно сказать, вот для нас вот достаточно ново и эффективно, и полезно. Вот эту пользу прям ощущается. У меня вот, например, перестало схватывать судороги в ногах и в пояснице. В поясничном отделе, в ногах прям очень большая легкость, когда я помимо этого занимаюсь. Вот. А тебе сколько лет? 15. Это упражнение очень хорошо дополняет то, чем занимаюсь я. Жим лежа, например. И так как я не тренирую ноги, это упражнение для укрепления коленей и связок очень полезно. Потому что до этого у меня колени просто рушились. Вот, поэтому я хочу выделить огромную благодарность за это. То есть здесь, вот я со своего опыта скажу, очень важно чутье на полезные, эффективные методики, которые можно применять. Ну что, спасибо вам большое. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.